Источником многих болезней могут стать животные. И если вы купили на улице котенка у доброй бабушки, можете ожидать любых сюрпризов. Впрочем, и бабушка может оказаться вовсе не такой уж доброй и бессеребреницей. О том, как делают деньги на сострадании, в материале Ксении Бутиной. Теперь у сотрудников торгового центра в Иркутске появилась непрофильная задача. Куда пристроить троих котят? Их на одном из этажей выкинул вот этот мужчина. Был обход по торговому комплексу перед закрытием, и мы обнаружили троих котят. Утром на следующий день мы просмотрели камеры, кто это сделал. В итоге выяснили, что человек, вот женщина, которая торгует, принимает и торгует животными на центральном рынке, ну вот этот человек подбросил к нам этих котят. По словам работников, такие сюрпризы в торговом центре не редкость. Сейчас двоих котят уже пристроили. Одного из них сразу же из торгового комплекса забрала молодая пара. Другого чуть позже взяла к себе неравнодушная женщина. С проблемой подкидыши столкнулись и жители многоквартирного дома на улице Первомайской. На днях в подъезде они заметили коробку, в которой оказались 4 котенка разного вида и возраста. Жильцы не смогли найти им хозяев, поэтому собрали деньги на приют. Они, как и сотрудники торгового центра, предполагают, что таким образом от животных, которых не смогли продать, избавляются коробочники, продавцы живого товара, облюбовавшие центр города. Косвенно на это указывают вот эти кадры. Мужчина, засветившийся на записи камеры торгового центра, получает что-то от женщины, которая торгует животными. Здесь, на центральном рынке, и можно чаще всего встретить коробочниц. Обычно они дежурят в хорошую погоду. У них можно приобрести домашнего питомца. Котенка или щенка стоит лишь заплатить 400 или 500 рублей, но могут запросите больше. А вот об условиях содержания животных никто и не задумывается. Чаще всего товар приносят сами же жители. Они надеются, что щенков или котят отдадут в хорошие руки. Но на деле же многие животные погибают или просто выбрасываются. Поэтому зоозащитники пытаются бороться с данной проблемой. По этой проблеме мы неоднократно писали заявление от зоозащитной организации в службу ветеринарии Иркутской области, в полицию города Иркутска, в администрацию города Иркутска, что просим решить эту проблему. За жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность, но чтобы к ней привлечь, нужны веские доказательства. Тем не менее, в некоторых ситуациях удается добиться наказания для преступника. С начала года в Иркутской области подразделениями дознания возбуждено 8 уголовных дел по жестокому обращению с животными. 3 дела направлены в суд для принятия правового решения. Такие незаконные действия подпадают под статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, является лишение свободы срок до 5 лет. Упорядочить торговлю домашними питомцами сложно. Формально продавцы помогают котятам найти дом. Поэтому большинство таких случаев остается на совести торговцев. Ксения Бутина, Иван Гоголев. Новости по будням.